Здравствуйте, коллеги, партнеры и заказчики. Хотим всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать вам счастья, любви, успехов, новых достижений и побед. И по нашей традиции подводим итоги уходящего 2021 года. В этом году в Москве нам удалось выполнить план, при котором выручка компании выросла на 42% по сравнению с прошлым годом. В Санкт-Петербурге эти показатели составили 100%. Безусловно, часть этого роста напрямую связана с темпами инфляции, но без героизма сотрудников отдела продаж здесь не обошлось. Ведь главная наша задача – помочь заказчикам в реализации их мечты, мечты о собственном доме. Именно наше отношение к заказчикам, партнерам и коллегам позволяет нам из года в год сохранять высокие показатели роста. У нас продолжает работать по два шоурума в Москве и Санкт-Петербурге, по одному в торговых центрах для более легкой транспортной доступности и по второму на производстве для тех, кому важно посмотреть материал вживую. На сегодняшний день наши складские площади увеличены. В Санкт-Петербурге построен ангар на 380 квадратных метров. Это позволило увеличить хранение дополнительно 150 метров кубических пиломатериала. А в Москве построен второй навес. В 2022 году будет построен еще один для хранения пиломатериала. Столярное производство в Москве выполнило заказов на 32% больше, чем в прошлом году. В Санкт-Петербурге увеличили выполнение заказов на 90%. По столярному производству мы планируем расширение штата столяров и введение второй бригадирской должности. Также мы выполним разработку конструкторской документации по выпускаемой продукции, что сократит сроки выполнения заказов и позволит перерабатывать неликвид под заготовки. Также в Санкт-Петербурге запланирована покупка профессиональной 6-метровой ваймы, что позволит увеличить скорость выпуска фальшбалок и наладить выпуск клееного бруса. В следующем году мы планируем запустить собственное производство крепежных изделий. На сегодняшний день у нас арендовано теплое помещение, закуплено оборудование, оплачены формы и в разработке патенты на изделия. В первую очередь мы закроем собственные потребности по усиленным клеймерам и всем типам крепежа для планкена. Затем планируем выйти с оптовой ценой на рынки Москвы и Санкт-Петербурга. Далее будет расширение ассортимента собственного крепежа. Покрасочное производство в Москве выполнило заказов на 39% больше, чем в предыдущем году, а в Санкт-Петербурге на 100% больше. Количество окрашенной квадратуры составило в Москве 62 тысячи квадратных метров, в Санкт-Петербурге 31 тысяча квадратных метров. И это без учета наличников, плинтусов, накладок, фальшбалок и других подобных изделий. Был установлен второй шлифовальный станок, что позволило нам выдавать в смену до 300 метров квадратных шлифованной продукции. Также под покрасочное производство арендован ангар площадью 330 метров квадратных, оборудование и переезд в который мы начнем в феврале месяце. В Санкт-Петербурге была сделана третья полноценная покрасочная камера. Это позволило выпускать 150 метров квадратных продукции в смену. Также мы купили калибровально-шлифовальные и брошировальные станки. На сегодняшний день на сайте создана линейка термообработанных материалов из дерева. Практика показала, что термированная древесина гораздо стабильнее и надежнее, чем обычная. На сегодняшний день термообработка происходит на услугах, но по мере роста спроса будет установлено собственное оборудование. Строительный отдел в Москве выполнил работ на 300% больше, чем в предыдущем году. Увеличен штат производителей работ, расширен сметный отдел, организован проектный отдел во главе с архитектором Павлом Усмановым. В услугах компании появились кровли, фундамент любой сложности, а также теперь мы сами выполняем штукатурные работы. На сегодняшний день мы можем с гордостью сказать, что мы строим дома под ключ. Причем не только из дерева, но и из камня. От проекта до заезда в дом заказчика полный цикл строительства. Именно 2021 год стал тем годом, когда мы от отделки перешли к строительству домов. Весь год мы трудились над усовершенствованием сайта домостроительной технологии и дополнили коллекцию наших проектов домов и бань. Следующим этапом будет продолжение разработки проектов каркасных домов, а основной упор в 2022 году будет поставлен на газобетоне и теплой керамике. В 2022 году нас всех ожидает новый виток развития, где каждый участник процесса внесет свой вклад. Мы продолжим работу над расширением ассортимента товаров и услуг, над улучшением клиентского сервиса, над качеством выпускаемой продукции. Наша задача – сделать так, чтобы наш бренд ассоциировался у заказчика с высочайшим уровнем сервиса и качества, чтобы каждый человек, обратившийся в нашу компанию, нашел радушный отклик компетентного специалиста, спешащего решить поставленную задачу. С Новым годом, друзья!